Тюменцы доставили «Газель» бойцам в зону проведения СВО. Перед тем, как передать машину батальону «Тобол», ее привели в порядок, авто отремонтировали и покрасили. А теперь оно послужит на пользу нашим мужчинам. По их словам, транспорт пригодится не только для перевозки людей, но и выполнения боевых задач. Кстати, волонтеры доставили не только «Газель», внутри груз с теплой одеждой, медикаментами и письмами из дома. Посылки предназначены также для бойцов батальона «Иртыш». Замечательный автомобиль, который будет у нас здесь применяться на СВО для перевозки бойцов, для выполнения боевых задач. Благодарю вас всех, кто принимал это участие. Передаем ключи от волонтерского движения «Путь к победе». Пользуйтесь. Победа будет за нами.